Вітаю, друзі! Зі мною в студії капітан першого рангу ВМС США Гаррі Юрій Табах. Пане Юрію, вітаю в нашій студії. Вітаю, здрави желаю. Знаєте, нам в коментарях часто, часто пишуть, що і ви, і я проросійські, бо ми розмовляємо російською. І скажіть, будь ласка, чи ви добре розумієте українську мову? Що? По-русськи, по-українськи, <кл> розумієте? <'ярі> що, Да ні, <кл 'ярі> не розумію. к сожалению не понимаю но я понял что если мы говорим по российски значит мы и про российские такая такой менталитет логика такая Айхман говорил на идиш я не думаю что он был про еврейский он понимал и говорил на идиш поэтому я считаю что вообще язык врагом быть не может язык твой друг а если он еще язык врага то это твой очень хороший друг я например построил карьеру только потому что я большую часть из этого я знал, потому что я говорил и понимал по-русски. Я понимал менталитет в какой-то степени, понимал культуру в какой-то степени. И со мной в вооруженных силах США, в принципе, никто в этом конкурировать не мог, хотя у меня профессия была в вооруженных силах не переводчика, не лингвиста. Вот, нет, я считаю, что язык может быть твоим другом, прожив во многих странах в США. И я сейчас выступаю на многих каналах. Я сейчас понял, насколько важен язык. Потому что в Америке я хожу и я говорю, зачем вы смотрите российский канал? Вот зачем вы мне повторяете то, что вчера показали на первом канале или на 60 минут? Меня туда приглашают, я не хожу. Те же каналы там, RTVI в Америке, американские, русскоязычные. Радио в Израиле, в Германии, в, в, в Австралии, в Канаде. Они в основном, 90%, Оплаченные Россией. Поэтому они ведут пророссийскую на русском языке. Большинство людей говорит на русском языке и понимают русский язык. Это весь бывший Советский Союз. Те же грузины, узбеки, армяне, русские. Это миллионы и миллионы людей. Но они не, они не слышат вашу сторону. Они, потому что вы говорите по-украински, для них это, как и для меня, это билиберда. Я не могу напрягаться, постоянно пытаться понять, о чем вы говорите. Особенно, если это быстро, если это журналисты. Переключается на первый канал, переключается на 60 минут, где это все есть везде. Плюс еще англоязычные левые каналы, тот же CNN, и все и такие. А, опять же, и в Израиле много левых каналов. Вот я знаю, что у вас недавно тут э, говорили. А, звучит как идиот Харам. Какая-то газета. Тоже левая. А это они все пророссийские. Они все пропутинские, они все социалистические. Поэтому, если я надеюсь, что президент, ваш президент создаст русскоязычный канал, где миллионы и миллионы людей, которые проукраинские, которые хотят услышать, что происходит в Украине с украинской стороны, смогут услышать на своем родном языке, тут ничего такого нет. В Соединенных Штатах у нас... Тысячи каналов на разных, на испанском, на китайском, я не понимаю, что они там говорят, на русском, на украинском языке, на разных языках. Есть ничего страшного, Америка существует в этом. Да, это очень важно иметь державный язык. Это обязательно, что государственные чиновники должны понимать его, разговаривать, писать на этом языке. Но это не значит, что пресса не может существовать на каком-то другом языке, а только на державном. Это неправильно. Вас не услышит остальной мир. И мне часто говорят, мне часто в упрек стоит, учи украинский. Украинский. Я говорю, зачем мне учить украинский? Вот мне, американцу, русскоязычному, зачем мне учить украинский язык? Вот для чего он мне нужен? Вы учите английский тогда лучше. Я не сейчас, вот сейчас я все брошу и начну учить украинский язык. Я, мне этого не надо. Ну, Это... Если что, обращайтесь, словарь есть. Это я вам подкину. надо, а мне не нужно. Это вам нужно, чтобы вас услышал я и понял, о чем вы говорите. И такие, как я, а таких миллионы людей, включая в, в самой России. Эту, эту битву проиграл Израиль, когда они не вещали на арабском языке. В Соединенных Штатах вообще официального языка нет. Во многих европейских странах несколько языков. Подождите, по поводу языка. США я бы тут поспорил. Во-первых, почему? Там на английском говорят, окей. Но почему там нет каналов на португальском языке, допустим, Есть. и на, для индейцев? Каких индейцев? индейцев? Коренных. А, коренных. ну... Uh, наверное, их просто мало, они не могут uh, это оплатить. Это коренное и, население и португальский язык в принципе, это тот, который туда привезли. Ну, может быть, привезли, но на нем разговаривает мало на людей. Это же, надо, это же бизнес. Он надо, чтобы он зарабатывал, чтобы это кто-то оплачивал. Люди, которые не понимают по-португальски, не будут смотреть такой канал. Там не будет рекламы, его невозможно создать. Но на китайском у нас много каналов. Почему? Потому что там много реклам, потому что у нас много китайцев, вообще много китайцев. На русском языке у нас есть. Почему? Потому что там вообще рекламы практически нет, но им кто-то платит. Да? Значит, они получают бюджет откуда-то из другого. А на индийском, на индусском наверняка есть. Я просто не смотрю эти каналы. Но они у нас есть во многих странах по два, по три языка официальных. Например, в Канаде, чтобы быть чиновником, ты должен или военным, должен разговаривать, понимать, на двух языках. На французском и на английском. У нас, слава богу, на одном, на английском. Но все, что вне, вне государства, частные фирмы, частные компании, частные газеты, частные СМИ, они могут и, и вещать на каком хотят языке. Это демократия. В этом состоит, чтобы не было вот такой жесткой цензуры. Но это не в этом дело. Да, это патриотично, когда все говорят на державном языке и все понимают. В вашей ситуации, в украинской ситуации, это патриотично, но это не прагматично. Вашу сторону. Почему все в Америке, в Израиле, в Канаде, те, которые не понимают украинский, они говорят, ты осторожно там, потому что там бендеровцы ходят со шмайзерами. Почему? Потому что они насосались вот этого первого российского канала. Потому что это то, что они понимают. Попробуй долго посмотреть Итальянский канал какой-нибудь, где по-итальянски говорят. Да, ты какие-то слова хватаешь, понимаешь, в принципе, как... Ну, там такая мимика, что и слов можно ну, не понимать, может быть... Ну, может быть, да, но ты долго смотреть это не будешь. Все равно это надоест. Ты долго это смотреть не будешь, ты потеряешь к этому интерес очень быстро. Мне часто люди пишут, и я им благодарен. Они пишут, я понимаю, что они мне пишут какие-то очень даже позитивные и приятные вещи, но они пишут по-украински. я... Не читаю, к сожалению. Я ставлю лайк, но читать не читаю. Почему? Потому что я не понимаю. Я несколько слов понимаю, все остальное, я теряю интересы. Это для меня занимает очень много времени и долго. Поэтому язык не может быть твоим врагом. Язык всегда любой язык, любая культура это твой э, друг. А когда в стране начинается разборка языковая, проиграют все. Те, кто за державный язык, те, кто за русский, те, кто за, за английский, те, кто за испанский, все проиграют. Это вопрос культуры. Язык это, это как религия. Это очень близкая культура к тебе. Ты никогда не хочешь избавиться от своего родного языка. Я очень часто вижу же программы здесь. Я смотрю и про солдат, потому что больше всего меня интересуют солдаты, а то, как идут боевые действия. Но 90% солдат, им журналист задает вопрос на украинском, они отвечают на русском. Русские у них родной язык, и они воюют и погибают за Украину. А, это очень близко людям. Это приведет к не, не приведет ни к чему хорошему эти споры, да? А, это так исторически сложно. Люди держатся за свою культуру. Ну, вот, вот, и знаете... с той, с другой стороны? Ну, может быть, я считаю, что вот у президента Зеленского есть сейчас шанс это сделать. Я считаю, ну, что президент... президент Зеленский сам русскоязычный, да. в первую очередь. Поэтому он должен взять и объявить, что еще один язык здесь существовал, который был очень популярный исторически в Украине, это идыш. Я думаю, что у президента Зеленского на сегодня есть шанс объявить державным языком идыш, и тогда русскоязычные и украинскоязычные объединятся и будут бороться с этим. И таким образом это будет сплотить страну видите, у меня очень много хороших идей, но вы их Я честно вам скажу, я уже вижу, как мы тут э, некоторые борются за русский. Я а за то, чтобы страна схватилась. Шах и мат, да, full house. вам украинский и идиш, да. И нет, я уже нет, вижу, не, не украинский, что только все, идиш. Все должны будут говорить, все писать, сидят, которые хотели русский говорят. Все каналы на идиш, все, все документы <свят> на идиш, все только на идиш. никакого русского, никакого украинского. Вот тогда будет сплоченность, -то, потому что я за сплоченность страны. Вы ее все время разделяете на русскую и на украинскую. Да. Вот тогда русскоязычные и украинскоязычные Чтобы сплотятся делить, в да, одно ядро. Дадим идиш. Но меня, Витя, может быть, поэтому меня президент Зеленский в советники не берет. Я не знаю, потому что у меня просто много гениальных людей. Я вот хотел ранее спросить вас по поводу, вы начали уже про российские каналы. Наши каналы, украинские, насколько я знаю, экспертам не платят деньги, а там активно платят деньги экспертам, я думаю, и вам да, предлагают нет, деньги. Да, да, да. предлагали звезду, пятизвездочную гостиницу. Нет, я, отказываю, я даже отказываюсь выступать на русскоязычных каналах в Америке, в Израиле во многих которых я подозреваю, подозреваю в том, что они гнут про российскую и антиукраинскую линию. И я отказываюсь от этого, да, мне обещали. Я как-то хотел один раз пойти на канал и просто молчать. И мне бы сказали, подождите, вы же должны участвовать. Я хотел сказать, нет, вы сказали, что вы мне заплатите за участие, я участвую. А если вы хотите, чтобы я еще говорил, тогда надо еще мне доплатить что-нибудь, потому что это две разные вещи. Но моя жена сказала, что меня убьют, поэтому я не сделал этого.